Новая достопримечательность на острове Хортица – памятник «Казак Мамай». Появление этого монумента руководители заповедника называют долгожданным событием. Ви будете здивовані, але в місті Запоріжжя немає жодної скульптури запорозькому козаку. Просто як у загальненому образу. Казак Мамай больше других персонажей истории казачества заслужил быть увековеченным на Хортице, говорили сегодня на открытии памятника. Ведь это яркий собирательный образ, настоящий духовный символ. Вот это лубочное изображение казака Мамая, который стал сакральным. Он стал как хатней иконой. Памятник установлен сразу после въезда с моста Преображенского со стороны центра города. Автор шеститонной скульптуры – запорожский художник Сергей Конищев. Гранит Янцевский сделан монумент за 53 дня. Обошелся он в 150 тысяч гривен. Деньги выделили местные предприятия и бизнесмены. По словам автора, вдохновение он черпал в многочисленных изображениях Мамая. Много материалов пересмотрел. Как же? Как есть одна Хортица, как без Мамая? Все. Сразу после того, как скульптуры сняли покрывало, присутствовавшие стали искать сходство Мамая с его нынешними потомками. Больше всего сравнений с великим предком удостоился главный спасовец Александр Притула. Треба не зовнішньо жити, а треба внутрішньо мати от кожному козаку стан казака Мамая. Такие остановочные комплексы станут настоящим украшением острова, уверены руководители заповедника. Главное – изыскать деньги для их строительства. Будет 4 новых комплекса. Единое, мы оголосимо открытый конкурс и будем рассматривать разные идеи. Рядом со скульптурой установлен камень со схемой главных туристических маршрутов Хортицы. По мнению авторов проекта, в этом есть определенный символизм. Казак Мамай встречает гостей острова и подсказывает им путь к лучшим достопримечательностям.